порадить наша держава, як споживачам заощадити на обігріві свого помешкання та взагалі про необхідність заощадження енергетики та раціонального її використання, ми поговоримо з незалежним експертом з енергоефективності та розвитку відновлювальної енергетики Ігорем Черкашиним. Добрий вечір, пане Ігоре. Добрий вечір. От скажіть, будь ласка, зараз при підвищенні комунальних тарифів кожен українець замислюється про те, щоб менше споживати енергетики. Взагалі в державі чи існують якісь програми, які б відшкодовували частину коштів, які вкладає споживач на облаштування свого будинку? Действительно, с прошлого года в Украине начали действовать такие программы правительственные. К сожалению, введение программы в действие затянулось, потому что финансирование этих программ осуществлено за деньги Европейского Союза, которые предоставлены безвозмездно и предоставлены больше года тому назад. К сожалению, только вот сейчас начинают это раскручиваться, эти программы. Первая программа была на замену котлов, так называемые. Не газовые котлы, они были с прошлого года. Небольшое финансирование. Нет. Это не заощадживание, это проекты замещения. То есть мы замещаем проект газовое отопление отоплением не газовым. И здесь мы должны четко не путать, что это не энергосбережение, это проекты замещения. Але кошти, які держава відшкодовує, це 100% коштів, чи які все ж таки сам споживач повинен заплатити? Ні, тут немає 100% компенсації зі сторони держави. Є різний процент, 20, 30, 40% в зависимості від той чи іншої програми. Але тут ми повинні чітко розуміти, що є і другий критерій, тому що наші, к сожалению, державні мужі люблять говорити про процентах, но забывают упомянуть о максимальном размере компенсации. Это может быть и 5 тысяч, 10 тысяч, либо 20 тысяч гривен максимально в одни руки. Поэтому иногда на некоторые такие проекты модернизации в процентах было бы хорошо, но в абсолютных цифрах получается не совсем красиво. Потому что, например, если говорить о комплексной термомодернизации дома, то тех денег, которые хватает на одно лицо в программах, если говорить об абсолютных цифрах, хватит где-то на 20 квадратных метров термомодернизации, если говорить о той затратной части, как принято в Европе, вот о чем показано в вашем сюжете. Например. Мы говорим сейчас про многоповерховки, да. Чи мы говорим про власників? Без разницы, частные дома или многоквартирные дома. Принципиально разница в стоимости термомодернизации, она несущественная. Опыт Восточной Европы показывает диапазон от 200 до 250 евро за квадратный метр комплексной термомодернизации. И меньше, если говорить серьезно, не получается. От посыла наших чиновников, что мы делаем для малообеспеченных вот эти вот малые такие программы, но это называется марная трата часу и гроши, потому что завтра их придется переделывать, потому что дома в итоге не будут соответствовать тем стандартам энергоэффективности, которые закладываются европейскими нормами. А взагалі в нас в нашей державе існують якісь базові стандарти енергоефективності? У нас существуют строительные нормы, которые предусматривают определенное потребление энергоресурсов на квадратный метр. И в принципе, наши стандарты не настолько плохие. А вони, як вони дорівнюються з європейськими? Вполне нормально коригируются. Другой разговор, что соответствуют ли дома, и кто контролирует соответствие тех качественных характеристик нововводимого жилья или реконструируемого жилья тем нормам, которые заложены в строительных стандартах. К сожалению, с программой дерегуляции ликвидированы все государственные надзорные органы, которые должны были бы следить за соответствием того или иного монополиста или того или иной строительной компании при строительстве тем нормам, которые заложены в стандарте. То есть нам еще зарано говорить про цей приклад Німеччини, там, где будинок не приймают в эксплуатацию, пока он не відповідає стандартам энергозаощадження. На самом деле мы должны об этом говорить и должны только четко понимать, что если в европейских странах существуют инструменты через страховые компании, которые не застрахуют дом, пока он не будет соответствовать тем стандартам, которые заложены в нормативной базе. И тогда не нужен государственный орган. Тогда работают страховые механизмы. У нас тоже, когда первоначально планировалось замещение такого регуляторного инструмента более рыночными, предполагалось, что будет работать страховой механизм. Но затем забыли, страховые компании у нас не обладают такими фондами, которые бы могли действительно обеспечить страховые риски, и они не стали играть в эти игры. Звідки взагалі, пане Ігор, звідки взагалі брати гроші? Колись там в давніх своїх інтерв'ю ви говорили про те, що треба карати штрафами ті компанії, які використовують надлишок енергетики, і ці гроші пускати вже на розвиток енергозабезпеченої галузі.
Чи є така програма і звідки взагалі брати гроші? То, о чому ви говорите, такий інструмент працював до 2010 року. В 2010 году был упразднен этот инструмент из закона об энергосбережении Украины и ликвидирована Государственная инспекция по энергосбережению. Вместо этого не предложено никакого нового механизма. Разрушить просто, но нужно что-то было компенсировать. А в итоге мы имеем на сегодняшний день полностью разрушенные территориальные управления, которые бы занимались политикой энергоэффективности в регионах, ликвидированная схема штрафов за энергоморнотратство. Хотя самое интересное, что энергоморнотратство убрано из закона про энергосбережение, но осталось в административном кодексе Украины. Такая несуразица. Тобто зараз взагалі-то ми можемо говорити тільки про власну свідомість. От останнє в нас за мало часу провокаційне питання. Ви взагалі, які саме в своєму будинку встановили енергозаощадні технології? Ну, к сожалению, мой дом остался в оккупационной зоне, в оккупированной зоне, но уже более 7 лет в нем стоят светодиодные светильники, в нем стоит многозонный учет электроэнергии, в нем стоит, который позволял использовать электроэнергию ночью, а газ днем. В нем дом был полностью утеплен достаточно серьезным утеплителем и, ну, значит, поэтапно, без фанатизма, ми, в принципі, достигли дуже неплохих показателей по енергозатратам на домі. Підкажіть ще нашим глядачам, взагалі, з чого людям починати економити енергію і на що звернути першу увагу? Ну, в першу чергу, все-таки на своє поведення. Це дуже складно, тобто, дійсно, виключати світ, не включати кондиціонер при відкритих окнах, не, наприклад, оставляти газову колонку з включеним фітилем, якщо ви її не користуєтесь, а краще її виключити. Включите поджечь, когда вы собираетесь принять душ и так далее. То есть простые такие поведенковые механизмы, они позволяют достаточно серьезно сэкономить деньги без материальных затрат. Найголовніше, щоб без матеріальних затрат. Я вам дуже дякую за цю розмову і нагадаю нашим глядачам, що гостем студії був Ігор Черкашин, незалежний експерт з енергоефективності та розвитку відновлювальної енергетики.